Ольга Коновальчик с семьей в свой выходной решила не сидеть дома. Молодая мама приехала в молодежный парк, чтобы малыши смогли оценить новый игровой комплекс. Теперь прогулки на свежем воздухе здесь станут еще веселее и комфортней. Узнали в интернете о том, что сегодня открытие детской площадки, и решили посетить мероприятие. Погода чудесная, поэтому все очень здорово. Этот проект на улучшение детской инфраструктуры стартовал еще в 2017-м. Начали с Минска, постепенно охватывая областные центры и регионы. Для установки сочного дворика проводится творческий конкурс, а оргкомитет среди сотен заявок выбирает самые креативные. Так в Бобруйске современные безопасные игровые комплексы появились на улицах Красноармейской и Гоголя, а теперь и в городском пространстве. Мы получаем огромное количество заявок, люди объединяются, и вот эти семейные ценности выходят за рамки квартиры, да, во двор и дальше в город. И это безумно, ну, восхитительно за этим наблюдать. Мыльные пузыри, зажигательная музыка и танцевальный флешмоб, аквагрим, конкурсы и подарки. Бренд «Сочный» организовал для детей насыщенную программу. За развлекательную часть отвечала клоун Галочка. Горожане сюда вернутся еще не раз. Это место обещает быть центром притяжения жителей не только близлежащих домов, но и всего Бобруйска. Расскажи, как тебе праздник? Больше всех тут понравилось, как пузыри дуют. На канате поползала, вот здесь поползала, на качели покаталась. Будет где проводить время? Спасибо Сочному за такой подарок. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.